Всем привет! Меня зовут Нина. Давайте посмотрим расклад на тему тайны вашего партнера, либо тайны загаданного человека. Есть ли у него тайны, есть ли то, что он скрывает. А также есть ли какая-то информация, которую о нем вы узнаете в ближайшем будущем. Вот все, что может быть скрыто от вас, то, что вам нужно, возможно, узнать, услышать. Об этом человеке, все то, что о нем скажут карты. Давайте посмотрим, есть ли у него какие-то тайны, есть ли то, что он скрывает. Знаете, десятка кубков — это карта такая счастливая, открытая. По этой карте я бы сказала, что он открыт для вас, я бы даже так сказала, открыт для любви. Хотел бы с вами создать семью. Может быть, это тайна, то, что он хочет быть рядом с вами, семьей. Карта королевы пентаклей. Шестерка мечей. Да, тайна есть какая-то. Карта Луна все-таки говорит о тайне. Но под десятки кубков мы эти тайны сегодня все очень благополучно раскроем. Знаете, я скажу так, он хочет скрыть свою зависимость от какой-то властной женщины. Он хочет, смотрите, отъезд, уезд, да, выход. Разрыв отношений. Он хочет с ней окончательно порвать, с какой-то властной женщиной. И он хочет быть рядом с вами по десятке кубков. Но смотрите, он вам не показывает. Вы даже можете не знать, что у него действительно есть зависимость от какой-то женщины. Здесь такая ситуация. Если вы знаете, что у загаданного мужчины есть какая-то женщина, да, другая, может быть, это любовные отношения, может быть, это семейные, он не свободен. И он говорит вам, что он никак от нее не зависит, что все замечательно, я в любой момент соберу вещи и уйду, мы будем вместе, мы будем семьей. И, кстати, может вам даже обещать вот эту семью, но карты показывают, что он не сможет так легко и быстро оттуда вырваться, потому что эта женщина по королеве пентаклей имеет на него большие виды, и она его так легко и просто не отпустит. Этой женщине он действительно нужен, она как подпитывается от него, она может и живет за счет него. И действительно, и какое-то даже материальное может их что-то связывать. И если человек вам говорит, что он, особенно если здесь вот вы связанный с человеком, у которого есть отношения, и он говорит, я легко, с легкостью все брошу, оставлю, и мы с тобой будем семьей, он может вам чего-то не договаривать, а не договаривать именно того, что та женщина очень сильно в него вцепилась, она его держит, и у нее действительно есть нечто, чем она может манипулировать и управлять, и держать при себе этого мужчину, несмотря на то, что у него действительно есть мысли и желания с ней расстаться, разойтись. И он действительно вынашивает планы, как, ну, вот освободиться от влияния этой женщины. Для кого-то здесь может даже так проиграться, что эта женщина не обязательно его любовница, жена, там, это может быть его мама, его родственница, который его не выпускает. Это может быть даже какая-то коллега по работе, женщина, с которой общий бизнес, еще что-то такое, даже с которой он не строит отношения, но быть рядом с вами не может. Потому что она его вот как удерживает. И она не желает того, чтобы у вас с ним был союз. И здесь еще такой момент, что эта женщина знает о ваших отношениях. Но смотрите, самая первая карта, если он вам действительно вот говорит, что хочет с вами семьи, или если он вам не говорит, что хочет с вами семьи, на самом деле вот искренность, открытость в том, что человек действительно вас любит и хочет быть рядом с вами, но может не договаривать вам о истинных причинах
того, почему вы не вместе. А для кого-то может быть даже и такой момент, что вы расстались с этим человеком, и он говорит вам, например, что вы ему не нужны, не интересны, но здесь есть сковывающие факторы в виде какой-то женщины. Плюс ко всему, он очень боится. Плюс ко всему, он ее может как-то скрывать очень сильно от вас. Либо эту женщину скрывать от вас, либо вот то, что он действительно так зависим от нее, так зависим от ее даже мнения, то, что она им манипулирует, управляет, то, что он не может быть мужчиной в этих отношениях, в этом общении. Он очень не хочет, чтобы вы об этом узнали. Но здесь, как я говорила, вы либо можете узнать об этом в скором будущем, либо, может быть, даже есть у вас уже такие мысли, прозрения того, что здесь действительно что-то не так. Давайте еще посмотрим. Ну, смотрите, прям сама карта рядышком выпала вот этой семейности. Он действительно хочет с вами семьи. И, как я говорила, это как раз-таки достаточно правдиво и открыто. Потому что первый вопрос, если тайно выпала десятка кубков, которая говорит, что о любви, здесь уже понятно. Здесь он вас не обманывает, если говорит, что любит. А если говорит, что не любит, то как раз-таки обманывает именно для того, чтобы, ну, вот вы как-то не догадались о его... Ну, вот таком либо ну, вот, мягкотелости, может быть, да, какой-то его слабости в отношении, да, вот что он с вами не может быть, потому что у него здесь какие-то обязательства. Для него это как страхи такие, вот боится вам об этом даже признаться. Ему проще разбить отношения, выйти из отношений, в болезненном состоянии, вот в этом по башне находиться, вам разбить сердце, но не признаться в своих слабостях перед какой-то женщиной. Вот такой здесь момент. Да, своих страх, он боится вам признаваться в своих страхах. У человека очень много страхов, о которых вы даже не догадываетесь. Просто-напросто. И, кстати, у него очень много страхов перед женщиной. И даже очень много страхов по поводу того, как вот создать семью. Особенно, если человек не в отношениях, да? Не в плане не отношений, если человек не в семье, не был никогда связан узами брака. Либо наоборот, если он был связан узами брака, у него боязнь вновь, да, вот завязать отношения, быть в семье. Большие страхи. И очень много страхов у него по поводу женщин, которых он скрывает, да, он не хочет, чтобы вы знали, что он, например, боится общения с женщинами. Ему наоборот хочется, чтобы его видели вот мужчиной. Да, здесь, кстати, какие-то моменты даже из детства идут. Вот то, что он такой, здесь могло быть его воспитание. Что еще он может скрывать? Какие-то пажовские карты падают. Смотрите, ну здесь может быть дети еще, да? Либо у него могут быть дети, о которых он вот, ну, не хочет, чтобы вы знали. Либо у него могут быть какие-то еще и обязательства перед детьми. Именно поэтому он не может быть рядом с вами. Опять еще один момент такой. Но еще, если вы знаете, что у человека нет детей, во-первых, он может скрывать, да, какого-то ребенка и не говорить вам о том, что есть дети. А во-вторых, но здесь такой момент, он может себя ощущать в какой-то степени инфантильным ребенком. И это его страхи такие. Вот если вы узнаете о том, он может действительно демонстрировать перед вами очень сильного, уверенного, решительного мужчину. Но это именно вот вид такой, да, обложка. А вот то, что внутри, очень, это очень много прям каких-то комплексов, это очень много страхов, это очень много переживаний. Он, смотрите, он не ощущает в себе гармоничную личность, взрослую. Этот мир окружает два пажа. Да, он может быть в какой-то степени энергичный и... человек, даже ну, вот имеющий какую-то почву под ногами. Но где-то внутри в нем живут огромные комплексы,
даже если он, в принципе, ну, вот многого мог достичь в жизни, все равно есть такой момент, что есть какие-то комплексы того, что он все равно не достиг вот, ну, нету здесь внутренней гармонии, вот так я скажу. Он не ощущает себя совершенством, и это хотел бы скрыть от вас. Человек, который не привык показывать себя слабым, который не привык показывать свою вторую сторону, да, как есть две стороны медали, одна сильная, одна слабая. Вот он привык показываться всем только своими сильными качествами, да, своей силой. Он не привык, и не то, что не привык, он не хочет, чтобы кто-то видел его страхи, чтобы кто-то видел его вот эту слабую сторону. И поэтому он готов даже разрушить, выйти, исчезнуть, замолчать. Но только чтобы его не раскусили, что он может быть слабым, что он может быть где-то боится чего-то, что в нем есть комплексы, которые, может быть, даже где-то с детства вот идут в нем. Вот такой здесь момент, такое может скрывать. Но здесь еще, знаете, могут быть какие-то трудности с финансами. Либо вложился он в какое-то дело. Вложился в какое-то дело, ждет прибыли. Но вот ну никак не может дождаться того, чего хотелось бы. Да, вот две семерки нам падают. Здесь какая-то даже судьбоносность есть во всем этом. Королева жезлов. Что это за королева жезлов? Вы такая, вы эта карта или нет? Борьба. Знаете, скажу так, что здесь королева жезлов, здесь мне падаете вы. Женщины достаточно уверенные в себе, целеустремленные, решительные. Но он на сегодня словно бы как-то... Вот вы или далеко действительно по карте мир? И именно это усугубляет как-то ваше общение. Но еще карта девятка жезлов, он на сегодня закрывается от вас. Действительно закрывается, и может быть какое-то молчание неожиданное со стороны этого мужчины. И вы даже как не догадываетесь, может быть, почему так произошло, что произошло. Семерки, когда падают в раскладах, всегда нам говорит о судьбоносности какой-то ситуации. И здесь словно, вы знаете, какое-то противостояние между вами. Семерка жезлов — это также карта борьбы. Человек словно бы пытается побороть, ну, во-первых, он может побороться с собой, с внутренними, действительно, какими-то вот страхами, комплексами, это борьба. Во-вторых, здесь человек, который пытается побороть какую-то ситуацию судьбоносную в своей жизни. И я скажу так, что у него, как происходит это с переменным успехом, семерка пентаклей, семерка кубков. С одной стороны, он действительно что-то делает, он что-то вкладывает, он пытается как-то решить проблемы. Смотрите, судьбоносность касается именно вас. Как я уже и говорила, может быть, он действительно вам мог чего-то обещать, что вы будете вместе, что вы будете рядом. А потом человек исчезает. Вот здесь эти две семерки показывают, что с одной стороны он что-то и делает, он пытается как-то разрешить ситуацию, действительно, чтобы быть с вами. Но потом его одолевают какие-то страхи. И он не верит в свои силы. По семерке кубков уже начинаются какие-то иллюзии, какие-то мечты, какие-то фантазии. Человек отступает, он начинает бояться. Страхи, темнота, возможно, какие-то ночные кошмары. Человек отступает. И вот здесь королева жезлов, как я говорю, здесь мне идете вы, именно вы, этой королевой жезлов, несмотря на то, что она жезловая, она активная. Она целеустремленная, но в то же время, посмотрите, какой потухший взгляд у этой женщины. Посмотрите, насколько она устала. Здесь какой-то момент вашей усталости идет в плане этого мужчины.
Вы устали, может быть, от его нерешительности и от того, что у него, как его слова, они расходятся с его действиями. Но иногда действительно, как я уже говорила, это все выливается из того, что есть кто-то рядом, с кем он действительно уже хотел бы разойтись, но не получается. И здесь по карте Луна есть даже ситуация, ну, какого-то и обмана. И может быть даже какого-то магического вмешательства. Вот если вы верите в магию, то может быть, да, закрытие мужчины из-за того, что, ну вот он сам как находится даже в обманах. Здесь как и тайны с одной стороны, есть то, что он скрывает, и страхи свои он пытается от вас скрыть. И не хочет, чтобы вы его увидели слабым, потому что считает, что он таким образом, ну как, не будет в ваших глазах выглядеть мужчиной. И с другой стороны, здесь может еще оказываться влияние на него, для кого-то и психологическое влияние, да, давление, когда, смотрите, его, как это можно сказать, манипуляции какие-то, да, когда его же, ну вот он, на его же страхах играют, да, его страх это чтобы его не увидели слабым. И его, да, как через психологически, могут, ну вот, эти страхи в нем еще больше раздувать. И это как такой психологический прием, который удерживает этого мужчину, что ты не сможешь, ты не сумеешь, ты такой-сякой, да. И вот это вот как постоянно в нем, ну, создает такие вот преграды, ограничения на пути к вам. Здесь кто-то присутствует в его жизни, да, не обязательно это женщина, это кто-то может быть даже из близких, из его окружения какого-то близкого. Вот у него есть борьба этому. Знаете, здесь даже может быть человек, подверженный общественному мнению, той среде, в которой он рос и воспитывался, да, вот это страхи, что вот так меня воспитывали быть таким. А чтобы быть в отношениях, мне нужно измениться и быть другим. Но это же неправильно. Это же так с детства в меня вкладывали, да? Это могут быть какие-то религиозные взгляды. И то, что общество может быть, не признавать ваши отношения. И вот здесь человек не хочет, чтобы вы знали о том, что он очень сильно подвержен вот этому мнению. И что вот то, что в нем говорят, что ты такой, ты сякой, ты может быть слабый, либо это как-то вот вразрез с нашей жизнью, да, с тем окружением, в котором ты рос, еще что-то. Вот с одной стороны, в нем и есть какая-то борьба, противостояние внутреннее всему этому. Он понимает, что это неправильно, что он личность, и он должен быть личностью, но в силу того, что он как... Понимаете, он еще, в нем нет уверенности того, что он сформированная личность, он может отстоять свое мнение, из-за этого возникает закрытость, уход в себя и, ну вот как я говорила, вот эта вот семерка кубков, когда появляются уже мечты и фантазии, человек не знает, куда ему двигаться. Знаете, больше всего по этим картам не идет, он скрывает свою неуверенность, свою нестабильность. Может быть, даже свою материальную несостоятельность. Может быть, вот здесь еще. И из-за этого он уходит в молчание. Закрывается. Несмотря на то, что внутренне он этому сопротивляется. Что еще может скрывать? Здесь, если есть какие-то проблемы по здоровью, он тоже это может скрывать, он не хочет, чтобы вы знали об этом. Как я говорю, этот человек любит, когда его видят сильным, успешным и процветающим. И знаете, для многих может проиграться так, что человек молчит, и вы иногда можете даже не знать эти причины. То здесь именно самая большая причина, потому что сейчас что-то в его жизни не клеится и не ладится.
Он из последних сил вынужден на сегодня держать лицо. И холод его, закрытость его именно от того, что человек, знаете, он привык носить маски, и даже с людьми, которые его любят, которые его принимают таким, какой он есть, которые даже дают ему вот какие-то знаки, показывают, что мне не важно, какой ты, что у тебя там за душой, есть ли у тебя деньги, нет тебе денег, я всегда буду с тобой, я буду любить тебя. Даже рядом с такими людьми он не может до конца расслабиться. Во-первых, это в силу характера может быть, а во-вторых, в силу какого-то, может быть, даже воспитания и того, что, ну, вот какие-то страхи, какие-то комплексы в нем словно бы, вот как, ну, ты должен быть сильным, ты должен быть смелым, а он не ощущает в себе этих сил. Словно бы кто-то поддерживает, да, вот комплекс неполноценности, когда ему хочется быть мужчиной, королем, стоять на пьедестале, показать, что он все решает, он все может. Знаете, здесь такой еще момент. Он, конечно же, боится показать свою слабость, несостоятельность. И сегодня у него что-то происходит в плане вот либо карьеры, либо работы, либо даже здоровья. И, скорее всего, в скором будущем вы об этом узнаете, потому что человек, он как-то появится, объявится на вашем пороге. Он словно бы нарушит свое молчание. Давайте все-таки еще уточним, нарушит ли он свое молчание, потому что здесь как проигрывается расклад, что человек сейчас молчит и закрывается. Может, вы даже в блоке этого человека, но не потому, что он вас не любит. Обнуление, да, он обнулится. Ведь человек появится через какое-то время однозначно у вас на пороге, но он, знаете, какой-то повзрослевший появится. Измученный холодом и одиночеством. Здесь, во-первых, вы как можете от него, ну, быть тоже далеки. Вы тоже можете молчать. И здесь, как я уже говорила, расстояние может быть. Но здесь его окружение, да, оно тоже какое-то холодное. Он себя чувствует глубоко одиноким. Даже если вы думаете, что у этого человека есть отношения, может быть, вы знаете, что у него есть отношения, либо думаете, что у него есть другая женщина. Карта «Отшельник» показывает одиночество, глубокое одиночество. Но это одиночество мужчине нужно. Нужно для того, чтобы повзрослеть. Смотрите, из шута преодолеть какие-то свои страхи, понять, что ему нужно. И знаете, может быть, даже где-то принять себя таким, какой он есть. Ведь здесь даже такой момент. Человек-то пытается показаться вот таким замечательным, что у него все прекрасно, потому что он сам себя принять окончательно не может. И вот здесь идет его какое-то взросление и становление. Действительно, вот как личность, становление, принятие, может быть, каких-то своих слабостей. И человек однозначно проявится, появится на пороге. Потому что, ну, как я уже говорила, здесь желание быть рядом с вами, но страхи не дают проявляться. И здесь как по двойке жестов, да, знаете, может быть, даже и какие-то перспективы у вас в будущем, развитие какое-то. Потому что, смотрите, два жезла — это как дороги, открытые дороги. Может быть, даже какой-то выбор, да, человек сделает какой-то выбор, но он делает выбор в вашу сторону. Вот здесь такая информация. Трансформация, страшный суд, перерождение, возрождение, новая жизнь. Да, здесь будет новая жизнь.
И если у него новая жизнь в любви, выбор по любви, выбор по сердцу, и если у него действительно есть какие-то отношения, из которых он хочет как-то, вот он хочет избавиться от какой-то зависимости, да, зависимости от женщины, у него получится трансформация, и у него получится достигнуть гармонии и любви. Любви именно с вами, потому что здесь самая первая карта. Она говорит о том, что он хотел бы быть в ваших отношениях. Он хотел бы именно любви от вас и семью, он хочет с вами. Вот он, шаг, который показывает освобождение от прошлого, от давящих, да, обстоятельств, избавление, кстати, взросление, опыт. Здесь уроки кармический человек проходит, и выбор по любви, выбор по сердцу. Да, он словно бы вот как мужчина становится, сейчас он закрытый, холодный, носит маску, то здесь, знаете, эта ситуация его вернет к жизни, к активной жизни. Вот сейчас он как не живет, а в будущем идет выбор ваших отношений и возвращение мужчины к жизни, как жизнь. Словно жизнь только начинается. И здесь даже может быть, ну, особенно здесь как-то ментальная связь. Вот вы однозначно чувствуете привязанность к этому человеку. И карты показывают, что это взаимная любовь, которую в будущем этот мужчина выбирает для своей жизни. Ну, вот такой с ней расклад. Пишите, очень интересно, как резонирует с вашей ситуацией. Узнали ли вы этого мужчину? Действительно ли вышел тот человек, которого загадывали? Для меня очень важна ваша обратная связь. Всем любви и добра.